Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Это программа «Тема дня», и с вами я, Сергей Рогозин. Ну что ж, друзья, мы приближаемся стремительно к очень значимому для Тверской области событию. Да не только Тверской области. Я думаю, что в России и в многих странах СНГ это событие будет очень резонансным, значимым, а по сути можно назвать его планетарного масштаба событием. Потому что за последнее время, с советских времен, в городе Ржеве, вот как раз вот такое событие произойдет, будет открыт памятник солдату. Памятник солдату, памятник воинской доблести, в городе воинской доблести. И приуроченный проект к этому «Национальность человек», «Победе 75», о котором тоже мы сегодня будем говорить, тоже на этом фоне событие важное и значимое. Итак, друзья, сегодня в нашей студии уважаемые эксперты: Людмила Николаевна Скаковская, исполняющая обязанности ректора Тверского государственного университета. Добрый день. Елена Николаевна Писаревна, начальник отдела культуры администрации города Ржев. Добрый день. Людмила Николаевна Гусарова, руководитель областной общественной организации «Содружество национальных объединений Тверской области». Добрый день. И Анжелика Юрьевна Янчевская, руководитель проекта «Национальность человек. Победе 75 лет». Практически у всех народов в основе самой идентификации лежит память о предках, фундаментом которой служит история. Несомненно, народы, проживающие на территории России, объединяет память о войне 41-45 годов, о той страшной войне и не менее страшной Ржевской битвы, данные о которой приоткрыл нам Владимир Владимирович Путин после того, что некоторая информация была рассекречена. Итак, друзья, наверное, мы начнем с того, что я попрошу сейчас Анжелику Юрьевну рассказать о том проекте, значимом, интересном, многогранном и, на мой взгляд, очень существенном и весомом. Итак, народный альманах «Национальность человек. Победе 75». Анжелик, что за проект? Давайте вот так посвятим нашу зрительскую аудиторию в глубину обсуждаемой темы. Ну, вы очень правильно сказали, да, ключевое слово «народный альманах». Потому что над альманахом трудилось огромное количество людей. Я сейчас чуть попозже расскажу, кто это был. Народный, потому что это вклад огромного количества мыслей, эмоций, финансов, интеллектуальной собственности и так далее, которая в конечном итоге вылилась, несмотря на коронавирус, и несмотря на то, что огромное количество проектов были заморожены, отменены, на них не хватило финансов, наш проект все-таки был реализован, и появился вот этот совершенно потрясающий альманах, красивый «Национальность человек. Победе 75». Проект был задуман еще год назад, вот, от начала, от рождения идеи до выхода альманаха прошло, как это ни удивительно, второй раз уже у нас это было такое совпадение, ровно 9 месяцев. То есть мы, очень много женщин было в этом проекте, мы этого ребенка выносили, родили и родили здоровым и красивым. Что же это за проект? Понятно, что и в этом году мы увидели, у нас весь мир слегка сошел с ума, и историческая правда сейчас о Великой Отечественной войне терпит искажения. Как-то люди перестают во всем мире ценить вот этот бесконечно тяжелый, подтвержденный огромным количеством смертей, вклад именно Советского Союза в Великую Победу. И мы решили, подвиг советского солдата. И мы решили, что в год 75-летия Победы, в год, когда на нашей Тверской земле восстанавливается еще одна историческая правда, да, у нас вдруг заговорили, слава Богу, о Ржевской битве, и ставится великолепный памятник на Ржевской земле советскому солдату, мы решили сделать альманах, в который, с одной стороны, расскажет всем доступным языком о Ржевской битве, потому что если они и говорят, то говорят
исследователи, ученые огромными фолиантами. Да? Мы знаем, что есть прекрасная книга Герасимова «РЖФ-42», там 400 страниц. Не всякий сейчас осилит, не каждый сможет в это вникнуть. Так вот, с одной стороны, рассказать о Ржевской битве, с другой стороны, рассказать о войне через какие-то личные истории. Причем истории людей разной национальности, людей из теперь уже героев разных стран. К этому процессу подключились несколько общественных организаций. Это Содружество национальных объединений Тверской области, это библиотека имени Горького, это Тверской государственный университет, Тверское отделение Российского фонда мира, это администрация Ржевского района и историки Ржевского района и краеведческий музей Ржева. Это проект «Тверской переплет». То есть команда получилась огромная. И каждый вложил частичку себя в этот проект. Как я уже сказала, проект длился достаточно долго, и уже на этапе сбора материала он стал у нас международным. Всю информацию, которую мы в этот альманах вложили, мы проверяли через профильные музеи. И в партнерах у нас сейчас около, даже больше 20 музеев со всего мира. На каком-то этапе мы поняли, что альманах нужно делать таким очень красочным, красивым. Подключили лучших дизайнеров в общем в нашей Твери. Ну и получился совершенно потрясающий, с моей точки зрения, продукт. Очень хороший продукт. И действительно, нельзя не отметить, что вот все-таки нисколечко не раздумывая, все участники проекта охотно и практически с первых дней в него активно включились. Я думаю, что Людмила Николаевна нам сейчас скажет о участии, роли, значении для Тверского госуниверситета, потому что, ну, действительно, кто, как не молодежь, является целевой аудиторией, главной целевой аудиторией этого проекта. На кого он рассчитан в первую очередь? Наши уважаемые ветераны, которых становится не больше, они уходят с каждым годом, они и так прекрасно помнят то, что было. А вот справедливо отметила Анжелика то, что не нужно переписывать сегодня историю, нужно помнить ее такой, какая она была, основываться на первоисточнике. И, естественно, необходимо нацеливать всю эту работу для того, чтобы она была полезна молодежи, чтобы они вот в этом непростом море информации могли правильно ориентироваться и ценить истинные ценности, то есть могли отделять зерна от плевел. Людмила Николаевна, итак, роль, значимость, участие Тверского госуниверситета в этом проекте. Великая Отечественная война, чем дальше отходит от нас это время, то страшное время, когда она проходила, тем острее память о том и о тех событиях, которые происходили во время Великой Отечественной войны. Для нашего Тверского государственного университета, тогда Калининского педагогического института, война знакома не понаслышке. 22 июня 1941 года, как и вся страна, студенты нашего института и преподаватели нашего института в едином порыве практически все ушли на фронт. К великому сожалению, не вернулся никто. Конечно, институт очень многое сделал для того, чтобы восстановить в памяти письма тех и хотя бы биографии тех, кто ушел на фронт. И только спустя какое-то время, десятилетия, пятидесятилетия, мы начали осознавать и понимать, что практически все ребятишки, которые хотели стать учителями разных предметов, математики или русского языка, истории или географии, они остались практически все в той же самой Калининской области, в которой есть и теперь. И большая часть из них погибла под Ржевом, к великому сожалению. Я думаю, что еще немало страниц будет написано и открыто о том, кто были эти студенты, откуда они приехали, какие они были. Спасибо, что сейчас архивы открылись. Но когда мы подходим к памятнику 1 сентября или 9 мая, который стоит во дворике Тверского государственного университета, памятнику, где высечена всего лишь маленькая часть известных нам, тех, кто, о котором нам хоть удалось узнать какую-то крупицу, а сколько тех, о которых мы ничего не знаем. Имя их неизвестно, подвиг их бессмертен. И, конечно, очень часто мы вспоминаем слова
великой Анны Ахматовой, о всех тех молодых людях, которые ушли и не вернулись, невзирая на то, кем они были, какой они национальности, они просто выполнили свой долг. Я не могу удержаться, чтобы не прочитать это стихотворение. Важно, с девочками простились, на ходу целовали мать. Во все новое нарядились, как в солдатики шли играть. Ни плохих, ни хороших, ни средних. Все они по своим местам, где ни первых нет, ни последних. Все они опочили там. Я должна сказать, что проект, направленный в сердца молодых людей, нашел свой отклик. Потому что проект оказался очень востребованным. И университет получил много откликов и писем. И мне хочется поблагодарить организаторов этого проекта за то, что университет вовремя подключен был к этому проекту. И множество молодых людей всех курсов, всех факультетов приняли участие в реализации этого проекта. И даже если кто-то не написал ни строчки, не сказал ни слова, но вся незримо, конечно, или незримо, и я так думаю, что руководители проекта не могли не почувствовать, участвовали. Конечно. Вот, наверное, есть такое состояние души у каждого человека, когда он отдает свою энергию на создание какого-то великого, благого, могучего дела, которое впоследствии отразится в памяти поколений, в памяти потомков. И мне кажется, вот наш университет как единое целое, как вуз, переживший войну и знающий войну не понаслышке, восставший после войны, продолживший готовить специалистов, а за время войны, представьте себе, если учесть, что Калинин был в оккупации, ни на минуту не останавливались, только 2 месяца, когда фашисты были в городе, подготовил более 1000 специалистов. Вот уникально, никуда не уезжая, на месте, на тех руинах, в тех госпиталях, в которых лежали раненые. Конечно, этот проект прошел через сердце каждого преподавателя нашего университета, каждого студента. И, конечно, каждый студент, в этом году у нас большой выпуск, более 2000 человек, вместе с тем, что войдет в школы, войдет в различные аудитории, будет вспоминать этот проект и передавать его дальше. Это дорого стоит. Мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после которой мы вернемся к обсуждению. Итак, мы снова в студии. Анжелик, вы хотели дополнить? Да, очень хотелось бы дополнить. Значит, раз мы говорим об университете, о подрастающем поколении, во-первых, не только студенты Тверского госуниверситета принимали участие в нашем проекте, но еще и Тверской химико-технологический колледж. Один из разделов о героях Ржевской битвы написали именно студенты этого колледжа, что мы отметили здесь. Затем, как дополнение к проекту, который, ну, скажем так, поддерживающий проект, дочерний проект, у нас был реализован проект с изо-студии «Соцветие». Это Тверская изо-студия «Соцветие». И дети данной изо-студии, то есть ученики этой изо-студии, они создали виртуальную выставку рисунков по теме альманаха, да, которая сейчас будет выставляться и в Горьковской библиотеке. Но прежде всего нужно сказать, что просмотров в виртуальном пространстве этой выставки было огромное количество. Вот благодаря поддержке РЖЭВа, по-моему, около 12 тысяч просмотров. Здесь как раз вот эта коронавирусная пандемия, она, может быть, подстегнула использование в несколько ином формате. И вы знаете, это, наверное, в значительной степени расширило охват самого проекта, расширило аудиторию, на которую он был нацелен. Я думаю, что вот, наверное, тот редкий случай, да, когда вот из чего-то, может быть, нехорошего возникло что-то, наоборот, хорошее, очень даже полезное. Я хочу добавить, можно? Дело в том, что вот «Солнечная речка», которая продолжила студию «Соцветия», о которой Анжелика Юрьевна сказала, самые первые читатели были, которые оценивали вместе своими родителями, не только оценивали, но и изучали материалы. Битву Ржевскую. И они выразили свое отношение непосредственно вот в тех рисунках, которые сейчас можно посмотреть. Уже многие посмотрели видеоролики непосредственно в библиотеке Горького, который озвучивал тогда Евгений Горьков.
Окунев, да, музыкальное сопровождение. Да. Угу. Он автор-исполнитель, да, и очень много нам помогал непосредственно в нашем проекте. То есть этот проект, он стал, знаете, таким движителем, вокруг угу. которого возникло много таких как бы еще побочных проектов, идей, да, и да, они, да. знаете, как заинтересовали ребят, что главное, что ведь этот проект, он не рос сверху, его не спускали откуда-то там с небес, это так же, как и «Бессмертный полк», проект родился вот снизу. Снизу. Вот у нас сидят два основных, скажем, родоначальника и застрельщика этого проекта, ну а потом уже подключились и все остальные. Ну а сейчас я бы хотел все-таки передать слово Елене Евгеньевне, ведь речь идет о Ржеве, о Ржевской земле. Очень долгое время информация о Ржевской битве, была окутана завесой тайны, согласитесь, это не Сталинград, где была уверенная победа Красной армии, а здесь цифры, которые озвучил президент, они, ну, знаете как, наверное, никого не оставляют безразличным или равнодушным. Задумайтесь, число погибших свыше миллиона, это только красноармейцев. Мы не говорим сейчас о мирных жителях, о всем остальном. То есть Ржевская земля, она действительно пропитана кровью и свинцом. Именно так. Но именно там сковала Красная армия силы фашистов, идущих на Москву. Поэтому цена, конечно, весомая, но результат тоже имеет значение. Поэтому, Елена Евгеньевна, пожалуйста. Ну вот как раз продолжая ваш разговор, я хочу сказать, что в истории России Ржев известен как город-щит. И он много веков служил надежной защитой как раз столицы земли русской. И много очень раз возрождался после жестоких войн. Но события вот именно Великой Отечественной войны, наверное, оставили самый страшный, ужасный и неизгладимый след в истории нашего города. Ржевская битва, она, да, действительно, она и по сей день вызывает интерес у многих профессиональных исследователей и также у любителей истории. В последние годы многие документы стали доступны широкой общественности, как мы уже говорили сейчас, и, конечно, это дало нам возможность узнать более правдоподобные факты о событиях тех дней. И мы очень гордимся, что Ржев сегодня по праву носит высокое звание «Город воинской славы». Тема Великой Отечественной войны нам всем очень близка, и поэтому, когда нам предложили принять участие в этом проекте, конечно, все ржевитяне с большим интересом отнеслись к нему, приняли в нем самое активное участие. Администрация города был организован сбор и поиск материалов о Ржевской битве, об участниках Великой Отечественной войны, воевавших под Ржевом. Вы знаете, в проект были вовлечены все – краеведы, историки, общественные организации, сотрудники музеев, учителя и учащиеся общеобразовательных школ, работники культуры, члены поисковых отрядов. То есть все принимали участие. И мне, конечно, сегодня хочется сказать большое спасибо за огромную проделанную работу, в том числе координатору нашего проекта в Ржеве. Это Наталья Георгиевна Дранова, и, к сожалению, ее сегодня нет в нашей студии. Вот, это член президиума Совета ветеранов нашего города. Я хочу сказать, что сотрудники нашего Ржевского музея предоставили нам уникальные, просто очень малоизвестные фотографии и материалы. Наши школы предоставляли материалы из школьных музеев. Учителя, то есть также предоставлялись исследования, исследовательские работы учителей и учащихся. Ежегодно в нашем городе в рамках празднования Дня освобождения города Ржева от немецко-фашистских захватчиков мы проводим научно-практическую конференцию, на которую съезжаются многие историки, краеведы из различных городов, субъектов Российской Федерации. И в этом году, конечно, мы приняли решение посвятить эту конференцию данному проекту. И надо сказать, что в конференции Великая Отечественная война в национальной памяти народов России, национальность человек, победе 75, приняли участие только с ржевской стороны более 100 человек.
Также мне хочется сегодня вот действительно сказать, что нам было очень приятно работать с организаторами проекта совместной деятельности. И я хочу сказать, что мы им очень благодарны, что благодаря их, наверное, титаническому труду и такой вот большой активности, вот итогом всей этой работы стало вот издание, конечно, это великолепное такого альманаха, которое, наверное, позволило, дало нам возможность реализации еще определенных, еще дополнительных определенных патриотических, нравственных и воспитательных задач. Этот проект вполне может использоваться как учебное пособие на уроках истории, краеведения. Он будет интересен всем, кто интересуется историей Великой Отечественной войны и, конечно же, трагическими страницами Тверского края. В нашем городе патриотическое воспитание является самым приоритетным, наверное, не ошибусь, если скажу, самым приоритетным в работе с молодежью и подрастающим поколением. И это наш, ну, наверное, священный... Общероссийский приоритет. Да, это общероссийский, но я говорю, что мы, да, мы уделяем... Архивитяне, как никто другой... Как никто другой, уделяем этому особое внимание. Потому что наш священный долг, конечно, мы это всегда подчеркиваем, сохранить и передать всю правду о Великой Отечественной войне, о Ржевской битве, о ее героях, грядущим поколениям. И это очень важно. И самое главное, подчеркнуть значение того, что Великая Победа, она была возможна, стала возможной благодаря вот именно сплоченности всего многонационального советского народа. На Ржевской земле, вот плечом к плечу, воевали бойцы всех национальностей и вероисповеданий. И поэтому у нас очень много памятных мест, посвященных этим событиям. Это и обелиск с водителем города Ржева, мемориал советским воинам, это мемориал воинам-якутянам, памятный знак евреям-узникам гетто, мемориал воинам-казахстанцам. Ну, 30 июня мы все знаем, что у нас откроется еще один уникальный мемориал, который военному советскому солдату, который станет, наверное, самым знаковым центральным событием всех юбилейных мероприятий. В прошлом году мы установили памятный знак, и в этом году состоится торжественное открытие уже мемориала воинам-кыргызам, воевавшим в боях под Ржевом. И это, как сказать, это только вот малый перечень, который я могу сегодня назвать. Это действительно очень важно. Да. Дело в том, что победа действительно была многонациональной. Да. Потому что победил советский солдат. Советский солдат и в советской Красной Армии служили представители всех народов и народностей. Мы помним, как грузин Гонтария водружал над Рейхстагом стяг победы. Вот. Представители всех народов были в советской армии. И действительно, победа это продемонстрировала то, что наша сила, она в единении, в том, что мы вместе. Ну и помнить сегодня это важно как никогда. Если кто-то хочет нас разъединить и властвовать, это наверное, это не получится. Это невозможно, да, потому что все-таки традиции очень сильны, и очень важно, что проект, о котором мы с вами говорим, он действительно стал народным. И очень многие в нем смогли поучаствовать. Но при этом я хотел бы, конечно, персонально отметить и высказать слова благодарности в адрес губернатора Тверской области Игоря Михайловича Рудени, который этот проект также поддержал. Он был реализован при поддержке правительства Тверской области. И, конечно же, персонально обратиться со словами благодарности в адрес Слуцкого Леонида Эдуардовича. Это председатель комитета Государственной Думы по международным делам, председатель правления Российского фонда мира и, конечно, его первому заместителю Елене Васильевне Сутерминой. Потому что львиную долю расходов Российский фонд мира взял на себя по реализации этого проекта. Очень важно, что все-таки результат налицо. Вот. Но, повторюсь,
Конечно, начиналось все с идеи двух вот таких неравнодушных женщин, Людмилы Николаевны Гусаровой и Анжелики Юрьевны Янчевской. Итак, Анжелик, вот с самого начала теперь, как же все появлялось на свет, теперь более детально. Вот. И я знаю, что этот проект стал выходить на новые орбиты в процессе его реализации. Об этом мы тоже должны сказать. Потому что здесь есть чем вот так по-хорошему похвастаться. Результат налицо. Можно я скажу? Конечно. Это, вы знаете, когда родилась идея данного проекта, она вынашивалась очень давно. И 1 сентября, как говорится, состоялся общественный совет в Калининском районе, так как я являюсь членом этого совета. Вот эту идею я, как говорится, инициировала перед общественным советом, где присутствовали не только ветеранские, представители ветеранских и молодежных движений, но и депутаты Калининского района. Вы знаете, они искренне поддержали наш проект. Они говорят, молодцы, все, чем мы можем, мы всегда поможем непосредственно своими действиями, своими мыслями. Но здесь невозможно было здесь, оставаться в стороне. Да, равнодушны, потому что каждая семья, естественно, потеряла. Когда вы озвучивали уже основные направления этого проекта, вот буквально на первых же шагах присоединился и Тверской госуниверситет, и Тверское отделение Российского фонда мира, потому что мы с вами уже не один успешный проект реализовали, но администрация Ржева, конечно, не могла быть в стороне такой ситуации, потому что здесь героическая ржевская земля упоминается в этом проекте, и все пропитано и тесно связано с реализацией его. Итак, Анжелик, все-таки давайте. Еще раз вернемся. Мне бы очень хотелось рассказать о том, что во время проекта он не просто собирательный, он еще и у нас получился научно-открывательный. Да? У нас есть несколько, я считаю, очень важных для Тверского краеведения, и, в общем-то, открытие. Наверное, и для истории России открытий. Первое открытие, я не побоюсь этого слова, хотя оно не лично наше, да, совместно с Таджикским славянским университетом мы сделали внесли некую корректировку в нашу краеведческую историю. Долгое время считалось, что 20-я кавалерийская дивизия, которая совершила во время операции «Марс», это Ржевская битва, 40-дневный рейд, прогремевший тогда на весь Советский Союз, потому что за 40 дней конники в зимнем бою уничтожили огромное количество и фашистов, и танков, и самолетов. Они прошли весь Ржевский выступ насквозь и вышли уже к своим. Так вот, этот 40-дневный рейд, о котором, сообщил даже ТАСС, долгое время считалось, что его совершил казачий отряд. Почему? Потому что в воспоминаниях одного из немецких офицеров было написано, что вот это были казаки. Но для немцев все, кто на коне и с шашкой, все были казаками. Оказалось, что 20-я кавалерийская дивизия – это национальная дивизия, что мы в конечном итоге и подтвердили, и даже внесли теперь это вот уже вот как достояние общественности, сделали эту информацию. И войдет уже в аналы истории. Да. Эта дивизия была сформирована в Сталинабаде, и практически 90% состава дивизии – это были таджики, побывающие узбеки и русские. На период операции «Марс» ей командовал генерал Курсаков, это русский, а генерал Тавлиев, который вместе с этой дивизией воевал под Москвой, который сопровождал дивизию из Таджикистана в Россию, в Подмосковье, погиб, к сожалению, вот на этих московских рубежах. Так вот, это первая была очень интересная информация, которая, я считаю, что очень важна, потому что она дополнила тот список национальных формирований, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Причем, знаете, во время работы, когда мы говорили где-то эту информацию, нам все время задавали один и тот же вопрос. Вот кому это надо? Зачем вот мы сейчас, вносим эти корректировки?
Но, наверное, вот мы для себя определились, наверное, во времена Советского Союза эта информация была не очень важна, потому что мы тогда жили в одном государстве. Сейчас эта информация вся уже из области вот, краеведческих интересов переходит в область международных отношений, да, дипломатических отношений. Межнациональных связей. Да, поэтому это, конечно, об этом нужно говорить. Да, конечно. Эта информация, извините, перебила, с восторгом была воспринята в Тверском государственном университете. Я хочу выразить огромную признательность, потому что благодаря вам мы заключили договор с Таджикским славянским университетом. И все студенты, которые из Таджикистана учатся в нашем университете на различных образовательных программах, вы бы только знали, как преобразились. И отношения. Гордость, конечно, гордость. Что и мы тут были, и мы отстаивали эту землю. Поэтому, конечно, вот это вот сплочение народное, оно произошло вот на именно молодежном уровне. Это да. Очень дорого. Спасибо. Второе, скажем так, научное вливание, да, которое вот так или иначе проявилось в рамках реализации нашего проекта, это совершенно... Но я считаю, что подарок нашему краеведению во время работы над проектом нам принесли небольшую тетрадку, написанную от руки, и оказалось, что это совершенно случайно, это вообще фантастика просто была. Оказалось, что это воспоминания Маргариты Дымовой в девичестве Анджикович, которая пережила оккупацию Ржева 14-летней девочкой. Почему ее воспоминания очень важны? Ну, может быть, написано не столь литературно, может быть, не так много вот, информации, скажем так, фактологической, которую хотелось бы, чтобы она была. Нам важен тот факт, что именно Маргарита Дымова в девичестве Анджикович, судя по воспоминаниям, которые мы прочитали, была одной из первых, которая встретила наших солдат, вошедших в Ржев вот, 3 марта 43 года. Ну и такое очень маленькое дополнение, но очень важное. Мы все прекрасно знаем, что всех оставшихся в живых жителей Ржева согнали в одну церковь. Фашисты хотели эту церковь подорвать. Мы сейчас не будем говорить о том, почему это произошло, чудо это. Ну, я думаю, что чудеса совершаются прежде всего руками тех людей, которые спасали Ржев и спасали жителей Ржева. Так вот, существует воспоминание Тихомировой. Это матушка, значит, жена диакона, который вот в этом храме служил, да, и который тоже там был, она была там внутри. Так вот, в ее воспоминаниях сказано, что всех жителей Ржева фашисты согнали в эту церковь. В городе остались только больные тифом. И вот все краеведы ломали голову, кто же это больные тифом, да, то есть эти больные тифом были безликие. Каково наше было удивление и восторг, что вот через 75 лет, даже через 76 лет, да, через 77 лет эта информация вдруг всплыла. В этой тетрадке мы прочитали, что вот Маргарита, да, и ее сестра Нина, это были те самые две девочки, больные тифом, которые были совершенно тоже чудесным образом спасены нашими солдатами, вошедшими в Ржев. И вот они стали свидетелями вот этого вот исторического момента. Да. Они вспоминают, что на белом поле, а это был край Ржева, да, они увидели белые фигуры, которые входили в Ржев, да, и, ну, естественно, тут радость была просто огромная всех, потому что все понимали, что закончился этот 17-месячный ад, оккупация Ржева. Вот я считаю, что то, что тетрадка к нам пришла во время нашего проекта, это тоже какой-то, ну, мистический момент. Тетрадь на конференции, посвященной освобождению Ржева, мы передали. Чудеса, наверное, дело зачастую рукотворное. Да. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Так вот, эту тетрадь мы в качестве подарка на конференции передали нашему краеведческому Ржевскому музею. И теперь каждый человек сможет прочитать и настоящие истинные воспоминания, увидеть фотографии. Да, и это такое очень, ну, я считаю, сильное вливание. Да, вот в историю Ржева, в историю оккупации Ржева и историю освобождения Ржева. Это что вот касается вот этого Ржевского блока. Исторические подлинники, да. Первоисточник, который может любой прочитать, и особенно это замечательно будет для и нашей вот молодежи. И очень хорошо, что это все появилось в рамках реализации проекта. Ну, наверное, как-то
увязаны эти события, очень. Да, вот, наверное, что-то свыше. Говорит, ну, правильным делом они занимаются, и вот это проведение, оно помогает открывать новые какие-то стороны, новые аспекты. Это, наверное, действительно. Сергей Николаевич, здорово. Я еще хочу добавить. Вот в рамках нашего проекта было очень много встреч, и встреч интересных. И мне хочется сказать, вот с темой нашего РЖЭВа, как говорится, одну встречу. Благодаря областной общественной организации «Якутян Аймах-Саха», мы знаем, что якутян очень много погибло в деревне Филькино, 17 километров от Ржева, мемориальный комплекс, где посвящен, как говорится, памяти воинов якутян. И благодаря общественной организации мы смогли встретиться с внучатым племянником героя Советского Союза, который воевал в Ржеве, Федором Михайловичем Охлопковым. И он передал нам, попросил ходатайствовать перед администрацией города Ржева об установлении памятного знака, маленькая стела. Да, стелы на аллее героев Ржева, который, насколько я знаю, что администрация приняла это решение, и скоро будет открытие. Это тоже вливается в наш проект конкретно. Вот затронули личность, да, вот конкретного человека. Мы вот отошли от Маргариты Дымовой. Вот сейчас внучатый племянник Охлопкова. А я хочу сказать, что вообще во время проекта произошло огромное количество именно вот чудесных встреч, таких судьбоносных встреч, еще раз подчеркивающих, то, что мы делали, это нужно было всем людям, Вселенной, Богу. Замахнусь. Почему? Вторая часть нашего альманаха посвящена, скажем так, личность истории в Великой Отечественной войне, да, вот вкладка одного какого-то человека в эту великую победу. Мы рассказали о подвигах людей разных национальностей. Ну вот, когда мы, значит, создавали раздел, связанный с домом Павлова, а все вы наверняка знаете, да, что вот параллельно Ржеву, Ржевской битве шла Сталинградская битва. И, скажем так, эпицентром событий, так, ну, как так получилось, стал вот этот самый знаменитый дом Павлова. И он, как лакмусовая бумажка, проявил вот всю вот эту ситуацию, связанную с национальностями, воевавшими значит, на территории этого города. Да. 24 человека, это вот костяк, который в этом доме Павлова был, 24 человека были люди 11 национальностей. Итак. То есть 11 национальностей, это все республики практически участвовали в обороне этого дома. Обороне, да. Так вот, очень интересный момент. То есть мы вот эту историческую, героическую часть начали поднимать, и вдруг вышли на совершенно потрясающую информацию. Оказывается, в подвале этого дома были во время обороны все 58 дней были и мирные жители. Это были старики, понятное дело, да, женщины. И самое главное, что в этом доме оказалась молодая женщина, которая вот буквально в первые дни обороны родила ребенка. Там в подвале внизу родилась девочка. Теперь ее зовут Зинаида Петровна Андреева. За эту девочку Зину, оказывается, и бились вот эти все 24 человека. Существует даже письмо одного из героев дома Павлова, который писал, что, несмотря на вот этот ужас, который творится, у нас родился ребенок. Ее назвали Зина, я зову ее Зиматун, потому что он был сам абхазец, что означает жизнь. Оказывается, существует огромное количество поэм, стихотворений, посвященных этой Зине. Вот мы, к сожалению, этого уже не знаем. Да? Вот эта информация, она как-то ушла. В советские годы она, оказывается, тиражировалась, а сейчас для нас она стала чем-то новым. Так вот мы замахнулись, мы подумали, вот интересно, а жива ли сейчас эта Зина? Можно ли каким-то образом с ней найти контакт? И вот благодаря нашим ветеранам, которые связались с ветеранскими организациями Волгограда нынешнего, нам удалось установить связь вот с этой самой Зинаидой Петровной Андреевой, которая предоставила нам совершенно потрясающие, уникальные фотографии своего личного архива. Я горжусь, что я пообщалась с этим человеком, потому что для меня он стал, вообще, знаете, для всех, вот в советские годы, оказывается, когда вот мы поднимали эту информацию, стало понятно, что для всего Сталинграда, для всех защитников Сталинграда, она стала символом жизни. Да?
вот ребенок родился, несмотря ни на что. Ну и очень хочется, да, и очень хочется, опять же, с гордостью сказать, что во время проекта нам удалось еще пообщаться, опять же, несчастье помогло нам, да, удалось пообщаться и с дочерью Расула Гамзатова, да, с Алихат Расуловной Гамзатовой. Почему? У нас родилась, кстати, после просмотра фильма «Ржев», мы возвращались с премьеры, значит, с премьерного показа с Людмилой Николаевной, и вот у нас вдруг родилась идея. Ну вот если, вот как же сделать так, чтобы альманах смогли, да, вот о нашем «Ржеве», да, вообще альманах смогли увидеть, ну, смогло увидеть большее количество людей. И мы поняли, что сейчас новые технологии, как говорится, нам в помощь. Вдруг родилась идея связаться с одной из самых крупных российских библиотек электронных, Литрес, и предложить им вот какие-то партнерские отношения в отношении нашего проекта. Сразу скажу, что мы были абсолютно не в формате. Почему? Потому что они грузят обычно черно-белый текст в формате Word, потому что каждая фотография цветная — это определенный объем, связанный с финансами. Но нам удалось все-таки их убедить, да, что и для Тверской области, и для России сейчас, и вообще для всего, да, для всего мира, который будет отмечать эту дату, да, 75 лет Победы, и кто с симпатией относится вот к установке этого памятника на Ржевской земле, этот альманах, он просто необходим. Мало того, что они загрузили его к себе, они и перенаправили его, значит, еще в одну электронную библиотеку, которая была 9 мая, значит, этого года открыта. Это электронная библиотека, Всероссийская электронная библиотека Победы. Так что наш альманах сейчас и на этой площадке будет тиражироваться. Не совсем срослось то, что планировалось участие на Красной площади, да? Да, получилось. Но получился другой формат, может быть, более масштабный и более весомый. Так вот, опять же, в процессе нам пришлось с юристами Литрес очень много обсуждать некоторых нестыковок и вопросов. И, кстати, если вы зайдете, например, в Литрес, вы увидите некоторые изменения. То есть мы считаем, это вторая редакция альманаха, потому что тут встал вопрос о том, что нельзя публиковать фотографии, по крайней мере, для них. Значит, в их системе координат нельзя публиковать фотографии бессмертного полка, мы заменили. Ну и встал вопрос о том, имеем ли мы право публиковать стихотворение «Журавлей», которое, с нашей точки зрения, оно должно было появиться в альманахе. Да, это народное достояние. А есть авторские права, конечно, от которых никто не освобождал. И вот благодаря Тверской региональной общественной организации народов Дагестана, которую возглавляет Алискантов Айдемир. Проект еще объединил всегда очень много сторонников. И будем говорить, он помог нам связаться, конечно, с дочерью Расула Гамзатова. Которая не просто с радостью, да, с готовностью, вот абсолютной готовностью дала нам это согласие, но и, я не буду сейчас вдаваться в подробности, но скорректировала, кстати, одну из неточностей, которые у нас есть, я не буду сейчас говорить. Мы исправили, понимаете, причем это неточность была не с нашей стороны допущена, а, к сожалению, один из музеев дал нам не вполне верную информацию. Да, то есть вот и такие вещи, то есть такие вещи тоже есть. Удалось исправить. Конечно, да, конечно. Ну и, значит, Алихат Расуловна, конечно, очень попросила опубликовать информацию о истории возникновения стихотворения «Журавли». И была очень рада, что мы во втором издании, вот в этом, которое опубликовано в Литрес, в электронном издании, да, мы поместили эту информацию как раз в разделе о мемориале советскому солдату. Потому что все, кто видит этот мемориал, да, сразу видят две цитаты. С одной стороны, Твардовский, с другой стороны, это, конечно, «Журавли» Расула Гамзатова. Я считаю, что это очень большое, хорошее дополнение.
Сейчас компания «Литрес» на своей площадке «Альманах» распространяет абсолютно бесплатно, да, это и с нашей стороны бесплатно, безвозмездно, и с их стороны безвозмездно. Да. И, насколько я знаю, сейчас мы пришли к соглашению, скорее всего, 99%. Я всегда оставляю 1%, да, на всякие... С большой надеждой. Да, с большой надеждой. Мы надеемся, что 30 июня «Литрес» распространит ссылку на наш альманах вообще по всем своим читателям. Это ни много ни мало 20 миллионов читателей. То есть такая огромная аудитория, да, будет нами охвачена. И ну пусть даже если половина, даже если одна треть посмотрит, просто полистает наш альманах и что-то узнает, да, ну, что-то черпнет для себя новое, мы будем просто счастливы, значит, мы не просто так работали. Ну, наверное, действительно очень важно отметить, что вот в процессе создания этого альманаха мы с вами еще теснее сплотились, да, потому что ну, всех нас интересовала эта работа. Вот, мы уже неоднократно да, реализовывали совместные проекты, и есть уже положительная практика, наработанная, хорошая, добрая. Но когда вот такие результаты появляются в нашей общей копилке, наверное, это то, чем можно достойно гордиться. Согласитесь? Да, конечно. А какие стихотворения у нас здесь есть? Здесь Знаете, я сейчас Людмила Николаевна, может быть, зачитает стихотворение, а я хочу сказать. Ну, во-первых, одно из стихотворений – это Марина Кротова, это «Санкт-Петербург». Великолепные строчки. «Ржев, ты жив?» Да, жив. Да, слава богу, жив, как говорится. Второе стихотворение нашего современника – это стихотворение Дана Розина, которая сыграла одну из главных ролей в фильме «Ржев». Да, и он сочинил стихотворение, вот именно как раз окунувшись во всю вот эту историю. С моей точки зрения, тоже сильное достаточно стихотворение, оно у нас опубликовано здесь. И опять же стихотворение, которым мы завершаем наш альманах. Стихотворение, которое называется «Нету войны национальности». С этим стихотворением вообще возникла тоже очень удивительная история. Стихотворение я услышала на конференции, потому что как-то так вот на просторах интернета оно у меня было потеряно. Но поскольку мы создаем альманах и очень серьезно относились вот к тому, что опубликовано, я начала разыскивать этого человека, кто значит, написал это стихотворение. Ну, слава богу, что существует интернет. В очередной раз, я думаю, это нам с вами, мы живем в удивительное время, да, где нет границ. Мне удалось найти эту Елену Иванетик, которая живет в Израиле, кому принадлежит это стихотворение. И у нее там в этом стихотворении одно четверостишье, оно было не очень корректно. То есть оно было написано так, что возникало энное количество вопросов. Опять же, не буду сейчас вдаваться в подробности, но так или иначе. Я попросила, можно ли мы опубликуем стихотворение, но это четверостишье мы уберем. Она сначала дала согласие, потом мне пишет: «Анжелика, я поняла, что не так, и человек для нас переписал стихотворение». Специально для нашего альманаха. Вот это безвозмездное вот это вот желание поучаствовать в процессе, ведь никто же меня не знает. Вот это, конечно, меня все время потрясало. Люди же проникаются, они чувствуют энергетику. И Анжелика Юрьевна еще не сказала, откуда она. Израиль. Она сказала? Я сказала. Может быть, я не услышала. Друзья, мы буквально на небольшой промежуток времени прервемся, и после рекламной паузы мы закончим нашу сегодняшнюю программу. Оставайтесь с нами. Итак, время неминуемо движется, и практически мы уже подходим к завершению нашего эфирного времени. Конечно же, Людмила Николаевна, я попрошу вас прочесть то стихотворение, которое было так красиво проанонсировано Анжеликой. Вы знаете, оно очень мне близко. Наверное, потому что я работаю с национальными объединениями здесь. У нас с вами это как раз тоже сближает. Да, это общая тема. Нету войны национальности. Война – беда на всех одна. Прошу приблизиться к реальности, перечисляя имена. За Брест, за Керчь, за землю Курскую велись жестокие бои и шли в атаку вместе с русскими народы, страждущие земли. Страна Россия многоликая, и в общем горе все равны. Все
всех. Всех придавила боль великая под гнетом варварской войны. За стенкой гетто и Освенцима сжигали сотнями людей, и все сравнялись перед немцами, будь ты хоть русский, хоть еврей, грузин, таджик или украинец, цыган, башкир или узбек, хоть диссидент, хоть верный сталинец, ты был, по сути, человек. Все защищали от карателей детишек, жен и матерей, и каждый вправе обязательно гордился нацией своей. Прошу приблизиться к реальности, перечисляя имена. Нет у войны национальностей, она в беде, на всех одна. Замечательные слова. Спасибо. Конечно, в заключении программы они звучат как вот такой эпилог, очень достойный. Ну, для тех читателей, кто заинтересовался нашим альманахом, мы сразу говорим о том, что его в условиях, опять же, современного мира, очень разнообразного, разностороннего, можно скачать, прочитать в различных форматах. В печатном издании его можно с ним можно ознакомиться в Горьковской библиотеке, взять его на абонементе и посмотреть дальше. Скачать в формате PDF его можно у нас в группе ВКонтакте, которая так и называется «Национальность человек». В формате электронной книги с перелистыванием страниц, там, с определенным шелестом, то есть со всеми спецэффектами, его можно прочитать, опять же, на площадке электронной библиотеки, библиотеки имени Горького. Ну, а библиотека Литрес также предлагает всем читателям наш альманах бесплатно, его можно скачать именно адаптированно для всех гаджетов, то есть и для смартфонов, и для планшетов. То есть только читайте, формат любой. Да, на любой носитель. Я думаю, что на любом носителе он будет смотреться очень хорошо и красочно. Ну и самое главное, каждый, кто прикоснется к нашему альманаху, он прикоснется и к нашему проекту, и аудитория. Да, вот да, все те, весь тот народ, который создавал проект, он еще более расширится. Прирастет. Да. Спасибо. А я хочу все-таки напомнить, что проект появился благодаря вот такой инициативе Людмилы Николаевны Гусаровой, Анжелики Янчевской, которые были поддержаны Тверским государственным университетом, Тверским отделением Российского фонда мира и потом центральным правлением этого фонда и, конечно же, администрацией Ржевского района. Очень много партнеров возникло на пути реализации этого проекта, это очень здорово. Появился этот проект при поддержке правительства Тверской области и Российского фонда мира. И я думаю, знаете как, наверное, гордо, что мы можем вложить свою, пусть, может быть, и небольшую лепту в мировую, я не побоюсь этого слова, историю. И то, что были прояснены некоторые белые пятна и расставлены правильные акценты, в этом большая заслуга вот той команды, которая работала над этим проектом. Думаю, что это еще раз больше нас сблизило, но самое главное, я не только надеюсь, я уверен, что это пойдет на пользу сегодняшней молодежи, которая будет помнить, когда в их вот сегодняшнем возрасте находились те, кто защищал Родину и погибал ради ее свободы и ради сегодня жизни тех, для кого мы делаем в том числе и эту программу. Большое спасибо всем зрителям, которые уделили нам внимание, но особые слова благодарности, конечно, я хочу адресовать всем участникам проекта. Друзья, спасибо. Уважаемые телезрители и радиослушатели, будьте с нами. Это была программа «Тема дня». С нами вы узнаете очень много нового и интересного. Спасибо за ваше внимание. Всего доброго и до новых встреч.